Полина Гагарина. Когда идея похудеть становится слишком навязчивой, очень трудно не перейти за пределы разумного. Так произошло с певицей Полиной Гагариной. Даже когда она достигла стройной фигуры, Полина решила сбросить еще несколько килограммов, а затем еще несколько. В итоге ее тело превратилось в скелет. Василий Уткин. Внешний вид спортивного комментатора Василия Уткина в последнее время вызывает опасения. Врачи выражают тревогу, так как его вес превысил 200 килограммов. Снижение веса просто необходимо. Желаем Василию успехов и здоровья. Катя Варнава. Варнава сильно похудела и вообще круто прокачала свою внешность, но не смогла вовремя остановиться. Первый раз сбросить вес Кате помогли отказ от продуктов животного происхождения, мучного и сладкого. Последнее время актриса пашет на репетициях, и у нее банально не хватает времени нормально поесть. Хорошо бы сбавить темп, пока формы окончательно не растаяли. Ирина Пегова. Она была такой фигуристой красоткой, но поддалась тренду на похудение. Для сгонки веса Ирина налегает на бег и практикует дробное питание. Она поделилась с поклонниками, что научилась слушать свое тело и перестала перекусывать без нужды. Кроме того, Пегова отметила, что стала пить больше воды и уделять внимание полноценному сну. Ханде Эрчел. Актриса из сериала «Постучись в мою дверь», Ханде Эрчел изменилась внешне, сбросив более 20 килограммов еще до того, как получила свою самую звездную роль. После тяжелого периода болезни и утраты матери она начала стремительно терять вес. Потом ее вес устаканился, но недавно снова пошел вниз, причем очень резко. Новые фотографии звезды вызвали обеспокоенность у ее поклонников, особенно если посмотреть на лицо и ноги. Рианна. После двух беременностей Рианна приобрела лишний вес, однако она не намерена сидеть на диете. В своем новом облике певица чувствует себя более чем уверенно. Она продолжает наряжаться и видно, что совсем не стесняется своих форм. Кроме того, она выпустила особую коллекцию нижнего белья больших размеров. Думаем, Рири сама решит, когда вернуться в форму. Селена Гомес. Недавнее появление на ковровой дорожке удивило и расстроило многих фанатов Селены Гомес. Она теперь явно девушка плюс сайз. Селена отметила, что за последние годы она набрала много лишних килограммов и больше никогда не будет выглядеть как раньше. Однако певица подчеркнула, что гордится тем, что не стесняется быть собой. Набор веса у Селены Гомес произошел на фоне заболевания. В 2014 году стало известно, что артистка страдает от красной волчанки, а в 2017 году певица перенесла операцию по пересадке почки. Андрей Григорьев Аполлонов. Андрей Григорьев Аполлонов, бывший участник группы «Иванушки Интернешнл», изменился из-за набранного лишнего веса. Особенно пострадало лицо, и фигура в целом стала более тяжелой. Это произошло по серьезной причине. Андрей отметил, что его состояние ухудшилось после разрыва с супругой.